А давайте прямо сейчас весело и дружно поздравим с днем рождения двукратную олимпийскую чемпионку, обладательницу трех почти десятков мировых рекордов, легендарную прыгунью в шестом Елену Исимбаеву. Лена, с днем рождения. Доброе утро, Доброе утро. Доброе утро, спасибо огромное, очень приятно. Лен, как будете отмечать в такой непростой обстановке? Тут фантазия нужна, да. Подход. Ну, мы, честно говоря, уже нафантазировали. Мы за городом с момента начала самоизоляции, и у нас будет очень узкий круг друзей, и в основном это будет семья и друзья семьи, и у нас будет волейбольный матч. Волейбольный матч? Оригинально. Да. Торт? Или это не позволяет спортивный торт, режим? Конечно. Ну, конечно, да. Да. Торт, само собой, свечи, да, это традиция, которую мы не нарушаем. Лен, 28 мировых рекордов. Это в голове не укладывается. Вас называли, может, вы обижались на это, но Бубка в юбке, имею в виду Сергея Бубку, легендарного прыгуна в шестом. Какой-то прыжок из этих запомнился особенно? Или все они вот такие какие-то невероятные? Ну, конечно же, каждый мировой рекорд сам по себе невероятен, потому что каждый раз мне приходилось преодолевать себя, преодолевать обстоятельства, какую-то внутреннюю, может быть, неуверенность, травмы, погодные условия. Поэтому каждый мировой рекорд для меня очень значим. Но если выделить один, то, наверное, эти исторические 5 метров, которые мы с Евгением Васильевичем Трофимовым преодолели в Лондоне в 2005 году, это, конечно, был днем создания новой истории в женских прыжках в шестом. Но чему я очень рада, что это сделали мы, а не кто-то другой. Лен, как сейчас удается поддерживать форму? Что вдохновляет, что радует? Да. Ну, тут уже трудно сказать, чтобы вдохновиться на спорт, потому что ничто так не вдохновляет, как Олимпийские игры и как победа на Олимпийских играх, держать себя в форме. Но на сегодняшний день я стараюсь быть достойным примером своим детям, потому что дочь уже подрастает, ей уже в конце месяца будет 6 лет, она смотрит, чем занимаюсь я, и хочу в ней пробудить желание к спорту и к здоровому образу жизни. Ну и также я привыкла в зеркале видеть себя подтянутой, звонкой, стройной, и несмотря на то, что уже стала мамой двоих детей, не могу позволить себе поправиться или стать какой-то такой вот, ну, не в тонусе. В общем, думала, что после спорта смогу отдохнуть и все себе позволить, а получается, что после спорта еще тяжелее. Счастье. Ева, добрый Никич, все, всем привет. Лен, вы прекрасны, с днем рождения. С днем рождения.
Я думаю, что Василий, ты еще должен перед пятеркой пойти подарить ей букет, и тогда вообще инцидент будет исчерпан. Ладно, договорились. Все, просто вот завтра с утра иду на рынок за букетом и в Олимпийскую деревню. Ну и потом, конечно, мы обязательно приготовим букет для Лены Исимбаевой тогда, когда она, надеюсь, придет к нам в студию в качестве самого большого настоящего олимпионика, двукратного уже. Я хорошо помню, что происходило на Афинском стадионе, когда Лена стояла на последней позиции. Да ну что ты, разве можно это сравнивать? Да, греческих болельщиков, их, может быть, было не так много на стадионе, как здесь, но шума и пользы от них было значительно больше. Ну, Леночка. Итак, вторая попытка. Третья. Ура! Потрясающе, боже мой! Я поздравляю вас! Наконец-то, не зря мы этого ждали. Какая красота, и согласись, 5-0-5, это уже серьезный результат. Ну что ж, 2-3 дня подряд у нас здесь на Олимпийском стадионе финалы. И 3 мировых рекорда, и 2 из них российские девушки. Усайн Болт, потом Гульнара Галкина и Елена Исимбаева. Ну что? Это потрясающий был прыжок. В этой тишине, как всегда. Да. На самом деле, я знаю теперь секрет установления Лениных мировых рекордов. Она должна остаться на стадионе одна. Конечно. Вот в этой гнетущей тишине, одна на этом огромном, кошмарном, в хорошем смысле слова, великолепном, 100-тысячном стадионе, чтобы вот так вот все произошло. Но наконец-то китайцы оттаяли, заорали так, что вот это уже сопровождалось хорошим таким звуковым.